Сегодня хочу рассказать про ресторан украинской кухни «Чечеря». Мы пришли туда по рекомендации друзей, и хочу сказать, что мы не пожалели. На самом деле это достойное место, очень хорошее, и нас тепло встретили. Интерьер вы видите сами, то есть ну, все очень достойно, прекрасно, нам понравилось. И ну, скажу так, все блюда мы не пробовали, мы пробовали только драники. Ну, хочу сказать, они очень вкусные, они просто обалденные. Я сама как бы готовлю драники, но эти лучше я не ела, правда. Вот. Я думаю, что мы придем в этот ресторан еще раз, и еще раз, и еще раз. Вот, и попробуем все остальные блюда. То есть я слышала рекомендации от других людей об этом ресторане. Все очень хвалят, всем нравится. Поэтому, побывавши там, попробовав пусть одно даже блюдо, но оно восхитительно. Вот так выглядят эти драники с грибами внутри. И еще такие драники маленькие, но их подают с грибным соусом. Они, ну, без начинки. Очень вкусно. Хозяин ресторана нас еще угостил конфетами «Ромашка» из Украины. Вот. Вот вот эти маленькие дранички, которые говорят с грибным соусом. Ну, я не знаю, очень вкусные. Я даже не могу передать. То есть я рекомендую просто прийти и попробовать. Знаю, люди хвалили еще другие блюда, поэтому приходите, пробуйте. Я под роликом оставлю адрес, где находится этот ресторан, куда вы сможете прийти. И буду благодарна, если вы поделитесь своими впечатлениями также в комментариях здесь у меня.